Привет, друзья! Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня у меня панкейки по-русски. Готовлю я их по своему собственному рецепту. Если интересно, давайте готовить. Беру манку. Соль. Сахар. Все это перемешиваю. Заливаю крутым кипятком, постоянно помешивая. Уберу, пусть остывает. В посуду вливаю сыворотку. Добавляю сюда 2 яйца. Если у вас нет сыворотки, воспользуйтесь молоком. Кладу сюда разрыхлитель. Все хорошо взбиваю. Вливаю сюда размокшую кашу, перемешиваю. Ввожу сюда часть муки, добавляю оставшуюся муку. Все хорошо вымешиваю. Тесто должно получиться густым и без комочков. Добавляю сюда подсолнечное масло. Если вы хотите тонкие и большие блинчики, то сделайте тесто чуть пожиже. Получится очень вкусно. Вот такие вот панкейки у меня получились. Поливаю их йогуртом, медом, вареньем. Кто что любит. Очень мягкие и вкусные. Когда я готовлю их много, то часть замораживаю. Очень удобно. Утром достал, разморозил и съел. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.